Я выбрал задание Cashing in одной из банд. Какой из банд? Ниша. Кто это ниша? Ну, последняя, по-моему, банда. Не помню всех названий. Для этого мне надо встретиться с командой. И задание это происходит на основной территории. Около... Мы сейчас находимся около Бостонской библиотеки. Они, по-моему, с той стороны, скорее всего, здания. Вот сейчас иду туда-сюда. Ну, транспортировался, значит. Сбросил там чуть-чуть, что набрал у себя на базе. Иду вот к бандитикам своим. Кого там они хотят атаковать? Так, где они? А вот они, да? Вот наши бандиты. Угу. Все, разговоров нет никаких. Сразу идем в атаку. Так, кого там надо валить-то? Мы, в принципе, вы нафиг не нужны. Так, ну понятно, это будет тяжело. Надо брать нормальное оружие, не какое-нибудь там. Благо, ничего ними сделать не могут в моей броне. Так. Все? А нет, еще какой-то есть. Легендарный рейдер, ну, окей. Пошли уже сплошные легендарные. И там еще какие-то люди вдалеке. Ладно, я сейчас сначала соберу, что тут у него есть на продажу. Ничего, в общем, особо интересного у них нет. Так. Ну, чтобы добить эпизод, пойду найду еще пару зданий здесь, вот я вижу. Пару людишек, врагов тут где-то есть. А это не людишки, это турель. И найду. Да ты что? Electrified Chinese Office Sword. Прикольно. Так. Обнаружу пару зданий. Раз уж оказался здесь. Думаю, что два задания за один эпизод я выполнять не буду, чтобы не вносить просто путаницу в игру. Вот, еще обнаружил здание. Вильсон, Атоматон, что-то там я пропустил. Ну-ка. М. Вильсон. А, Атоматойс, игрушки. Corporate HQ. Так, я ранен и все хожу. Мне, в принципе, стимпаков-то не жалко.
Так, что еще есть? Какие домики поблизости? Не обнаруженные. Вот высотка какая-то, не найденная мной. Высотка. Небоскреб. Ух ты. Сейчас пройдусь еще сюда. А вот это вот, наверное, здание. О, да. О, какое. О. Интересное. Тринити Тауэр. Что это такое за Тринити Тауэр? Еще. Вы че? О, у меня появилось Curtain Call. Ну, просто чтобы не мешать два задания в одно, я выполню вот этот Curtain Call в следующем эпизоде.